На календаре 6 октября, сегодня воскресенье, а это значит, пришло время подвести итоги уходящих 7 дней. Вы смотрите «Панораму недели». Здравствуйте! И вот о чем поговорим сегодня. Дневник первых для сплочения, блокнот путешествий для знакомства с достопримечательностями. Активисты Тазовского отделения движения первых презентовали главе Тазовского района свои идеи и проекты. А еще на встречу подвели итоги прошлого года и поделились планами на этот год. В районе стартовала профилактическая операция «Жилье». Представители специальной комиссии провели первые рейды и сразу же множество нарушений. Проблема многолетняя, опасность реальная. Тазовчане продолжают складировать личные вещи в местах общего пользования. Мы прошлись по коридорам многоквартирников. Участник спецоперации провел в Тазовском тренировку по смешанным боевым искусствам для детей и взрослых. Отработали технику удара, захваты, броски и приемы. 2 часа на татами и десятки новых навыков. Впечатления участников мастер-класса в сюжете программы. Тазовские пенсионеры отметили День пожилого человека в формате живого общения, активного познания и отличного настроения. Специалисты заботы организовали в Центре национальных культур мастер-классы, выставку, фотозону и концерт с поздравлениями. Мы убедились, возраст – лишь цифра в паспорте, а пенсия – время для нескучного отдыха. Защита от хищника. На Ямале стартовало обучение в рамках проекта «Медвежий патруль». Тазовские старшеклассники пообщались с представителями органов местного самоуправления и узнали о преимуществах муниципальной службы. На улицах районного центра высадили новую партию саженцев деревьев, хвойных и лиственных пород. Информационная картина недели в репортажах студии «Факт». Движение и быть первыми. На этой неделе глава Тазовского района Виктор Югаев встретился с активистами движения первых. Оно объединяет миллионы школьников и открывает безграничные возможности для развития в самых разных направлениях. К примеру, буквально на днях тазовчане приняли участие в региональном съезде движения, где презентовали свои проекты. Подробнее о них авторы рассказали на встрече. А еще поделились планами на новый учебный год и задали свои вопросы руководителю муниципалитета. Эта локация еще не раз объединит школьников, но первая знаковая встреча проходит среди первых. Участники глава Тазовского района Виктор Югай и муниципальный совет школьников, которые уже заявили о себе на местном и окружном уровнях. Все они часть общероссийского объединения детей и молодежи «Движение первых». На сегодняшний день в нем состоит более 1000 юных сибирян из всех образовательных учреждений. На территории муниципалитета работает 12 первичных отделений. Такие показатели были достигнуты за один учебный год. Я думаю, что это очень хороший и важный показатель, потому что для детей открываются новые возможности, новые перспективы для того, чтобы дети могли активно проявлять свои инициативы, проявлять свои идеи, выезжать, брать какие-то новые вдохновения для того, чтобы привозить их в муниципалитет и привлекать других детей в движение первых. Неформальная встреча – это подведение итогов 2023-го и планы на 2024-й. Руководителю муниципалитета активисты рассказывают о 5 масштабных мероприятиях. Среди них семейный фестиваль, игровая программа, конкурс рисунков и онлайн-активности. В планах открыть клуб юных натуралистов, а еще реализовать новый большой проект – дневник первых. Участники движения отмечают, он может сыграть ключевую роль в объединении детей не только в Тазовском районе, но и на Ямале. Дневник первых, он создан для укрепления хороших отношений в первичке и между первичками путем выполнения различных заданий. Какие, например? Например, ну совершенно разные. Например, провести фотосессию или сделать экологическую акцию. Например, какой-то первой первичке передаются изначальные задания, и уже эта первичка делает их, пишет свои задания, передавая следующие первички. То есть всего на весь Тазовский район он будет один и постепенно переходить между первичками. Также его можно делать в онлайн-формате. Далее блок вопросов, которые школьники приготовили для руководителя района. Активистам движения первых интересно, входил ли Виктор Югай в состав пионерской организации, каким он был в школьные годы. Учителя были нашими друзьями, ну, в таком нормальном понимании, не по небратству это было, а именно наставниками и вот старшими товарищами. Да, вот как-то было так. Уважение было просто колоссальное. Я помню, идешь в школу, директор школы стоял на крыльце и фиксировал опоздание твое. Если ты без галстука пионерского, он отправлял тебя домой. Вперед. Обратно побежал, пришел, с галстуком, все. На урок. Очень зажженная такая молодежь. И я считаю, что если наши ребята и дети будут такими все, то мы победим вообще всех. Потому что растет наше будущее
которая вот именно живет сегодня в таком правильном направлении, активная, и это очень радует. Встреча длилась ровно один час. Также участники обсудили выездные мероприятия. Например, региональную конференцию «Движение первых», которая прошла в конце сентября в Салехарде. Виктор Югай отметил, что важно на такие масштабные события привлекать активистов объединения из северных поселений Антипаюты и Гыды, чтобы первые действительно двигались в одном направлении. Младшие братья движения первых «Орлята России». Движение появилось в нашей стране в 2021 и сегодня объединяет почти 3,5 миллиона учеников начальных классов. В Тазовском в этом движении состоят 914 детей, а также педагоги и наставники. В рамках проекта активисты посетили подготовительную группу детского сада «Теремок». На мероприятии побывала моя коллега Лейсан Мурзагулова. Мы – участники программы «Орлята России» или просто «Орлята». Вы знаете, кто такие «Орлята»? Хранители истории, мастера искусств, эрудиты и спортсмены, лидеры, добровольцы и экологи. В программе движения «Орлята России» 7 направлений, или еще их называют треками. Третьеклассники начальной школы «Перспектива» сейчас в первом треке «Орленок лидер», направленный на развитие лидерских навыков. Перед воспитанниками детского сада «Теремок» с программой они выступают не просто так. В следующем году дошколят примут в ряды «Орлят России», но они уже будут первоклассниками. И, соответственно, на разных треках, допустим, на треке «Орленок лидер» – это формирование лидерских качеств. «Орленок мастер» больше направлено на какие-то творческие, коллективные дела. «Орленок хранитель исторической памяти» у нас выходит с экскурсиями в музеи, в библиотеки, изучают историю, традиции нашей Родины, символы государственные. Для того, чтобы с раннего уже возраста прививать чувство патриотизма, наверное, развивать чувство патриотизма в младших школьниках. Юных воспитанников «Теремка» после дневного сна в актовом зале ожидала интересная программа с активистами «Орлят России». Подвижные танцы, разгадывание загадок и ребусов. Творческой части изготовления ярких открыток для любимых мам и воспитателей. Тебе понравилось вместе с «Орлятами» изготавливать открытку? Да. Что тебе именно понравилось? Открытки. Кому ты ее подаришь? Маме. Как зовут маму? Таня. Тематическое мероприятие в детском саду проводит 10 орлят. Уверены, такие встречи помогут расширить круг сообщества. Сегодня к движению уже присоединились более 900 школьников. Это творческие и активные личности. Также среди ребят немало спортсменов. Один из них Евгений Салиндер. Занимается смешанными единоборствами. В спорте он 2 года. Это у меня, я тут в Тазовском выиграл, это я в Новом Уренгое, это я в Таркасале ездил. У нас семья спортивная. У нас обычно в семье ходят на северные многоборки, сестра ходит на баскетбол, мама занималась бегом, папа занимался смешанными, папа занимался вот этим северным многоборьем и еще... У меня дядя занимался смешанными единоборствами, и я занимаюсь смешанными единоборствами. И у меня еще сестра, она кандидат мастера спорта по северному многоборью. Узнавать больше, думать нестандартно и действовать дружно – главные задачи проекта. И главное, чтобы ребята чувствовали себя частью нашей большой страны, добавляют специалисты. Впереди у «Орлят» удивительный мир открытий и встреч с интересными людьми, дружба и творчество, знаний и побед. Все внимание на жилье. В Тазовском районе на этой неделе стартовала традиционная профилактическая операция, цель которой – предотвращение возгорания многоквартирных и частных домах. Сотрудники экстренных служб, органов местного самоуправления и управляющей компании вышли в первый рейд, и сразу же первые нарушения. Они, несмотря на убеждения огнеборцев и реальную опасность, из года в год повторяются. С подробностями Екатерина Зайцева. Дорожная 1. Раньше, когда это был дом социального назначения, все помещения находились под полным контролем специалистов профильной сферы. При подобных проверках замечаний от комиссии не поступало. Как говорится, от слова совсем. Лестничные пролеты и места общего пользования были в эталонном в разрезе этих рейдов состоянии.
Раньше здесь был социальный дом, сейчас это здание, жилой многоквартирный дом, и ситуация на самом деле очень печальная. Когда идешь по коридорам на каждом из трех этажей, то встречается все то, что может помешать нормальной эвакуации. Это спортивный инвентарь и очень-очень много ненужной мебели. Примерно так же сами жильцы отзываются о шкафах, диванах и тумбах. Между тем, они отзываются еще и на замечания пожарных – вынести весь хлам, так как понимают, какую угрозу он несет в случае возникновения ЧП. Сегодня вместе с огнеборцами в рейде участвуют чиновники, общественники и сотрудники управляющих компаний. Короткое замыкание произойдет, эти коробки все у вас поменятся со всем содержимым. Пластиковые и стеклянные бутылки, строительный мусор, обертки и окурки. В электрощитовых дома на Дорожной 1 настоящая мусорная катастрофа. Она же коснулась и мест общего пользования. Под лестницами чьи-то вещи, пакеты и даже остатки еды. Нередкость, когда технический этаж в этом доме становится для кого-то ночлегом. Дом выбран не случайно, дом проблематичный. Здесь собираются граждане, ведущие социальный образ жизни, захламляют пути. Курят в подъездах, увидели там и возгорание где-то было, кресло. Ну и в принципе у нас стандартное нарушение, захламление путей эвакуации. Здесь более такой нормальный, это третий подъезд, как бы проживают учителя, я так понял. И в принципе по третьему подъезду замечаний нет. Дальше по плану дом номер 13 в микрорайоне Солнечный. Это новый четырехэтажный многоквартирник с четырьмя подъездами. Здесь также хозяева предпочитают хранить личные вещи в местах общего пользования. Вход идет любое свободное пространство. Тамбуры, световые карманы и даже бойлерные. Там в балконе знаете, что лежит? Техническое помещение, чика лежат там вещи. Коробки там какие-то, мешок какой-то находят. Мешки. Там в эти самые мои вещи, там банки. А нельзя, запрещено. Берите, пожалуйста. Кстати, в этой новостройке на всех этажах установлены автоматические пожарные извещатели и стационарные кнопки экстренного вызова. Есть световые таблички «Выход». В наличии и датчики дыма, правда, пока закрытые колпачками. По словам специальной комиссии, считается нарушением и в ближайшее время будет устранено. Я считаю, что операция «Жилье на территории нашего Талузского района» необходима, потому что это касается непосредственно здоровья граждан. В случае, если возникнут какие-то непредвиденные обстоятельства, ну, возникновение пожара в многоквартирных жилых домах, необходимо, чтобы все требования, которые установлены нормативно-правовыми актами, были соблюдены, чтобы ничто не угрожало жизни граждан. Рейд в рамках операции «Жилье» длился ровно час. За это время комиссия проверила два многоквартирника. Всего в этом месяце специальные службы посетят порядка 500 домов. Из них 190 – это частный сектор. Следующий рейд запланирован на 10 октября. Точка доступа в профессию. В Тазовском районе продолжается реализация проекта «Госстарт. Диалог». Он позволяет школьникам познакомиться и пообщаться с представителями органов местного самоуправления и узнать от первого лица о преимуществах муниципальной службы и вызовах, с которыми приходится сталкиваться на работе. Первая в этом году встреча прошла в старшей школе. Спикерами выступили заместитель главы администрации района Иван Башко и заместитель директора Центра по обеспечению жизнедеятельности коренных народов Севера Андрей Чевиксин. До старта их карьеры еще несколько лет, но уже сегодня они интересуются, общаются, готовятся. В общем, в поиске своего жизненного пути. В помощь проект «Госстарт» – программа сопровождения молодых государственных и муниципальных служащих. Это точка входа молодых людей на муниципальную государственную службу, чтобы они уже с 14 лет понимали, какая зона ответственности, как это работает, на что обратить внимание для того, чтобы еще учась в школе, развить какие-то навыки, качества, получить какие-то определенные знания. И «Госстарт-диалог» – это одно из направлений данного проекта «Госстарт», который дает возможность ребятам побеседовать с людьми, которые находятся как раз в должностях органов местного самоуправления, исполнительной власти. И на своем примере они могут поделиться, на что обратить внимание ребятам. Первая в этом учебном году встреча старшеклассников с представителями органов местного самоуправления проходит в Центре образования «Полярная звезда». В актовом зале ученики 9, 10 и 11 классов, почти 200 человек. В качестве спикера заместитель главы администрации по безопасности Иван Башко. Рассказывает, в детстве мечтал стать офицером, учился в Владимирском университете. Более 20 лет проработал в прокуратуре и следственном комитете, а два месяца назад перешел на муниципальную службу. Вот тот возраст, в котором находитесь вы, у вас еще все впереди. Я, например, уже есть смысл делать какие-то итоги.
А у вас еще все впереди. Самое главное, чтобы вы определились и были счастливы в профессии. Потому что можно работать и всю жизнь не любить свою работу. Наверное, это тяжело. Потому что работе мы посвящаем большинство своего времени в жизни. Больше, чем семье, больше, чем любимым делам. А вот когда работа – это и есть любимое дело, тогда получается все, что в принципе у человека есть определенного рода счастья. Я полагаю, что любая служба государства требует полной отдачи и выполнения поставленных задач. Она хоть государственная служба, хоть муниципальная служба, хоть служба правоохранительной системы требует от человека определенных навыков, знаний и, прежде всего, любви к своему государству и желания выполнить поставленные задачи. Способы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, привлечение молодых специалистов в Тазовский район – факторы, которые играют особую роль в развитии муниципалитета в ближайшие годы. Из зала поступает с десяток вопросов. Иван Башко не просто отвечает, озвучивает свое предложение. Чтобы погружение в профессию было максимальным, провести желающим день на работе с руководителем одного из ведомств или учреждений. Школьники поддерживают. Я бы хотела прийти на работу к Фаражеву Эльдару Захитовичу, посмотреть на то, как вообще быть на такой руководящей должности, каково участвовать в медицинской сфере и вообще каково это работать с коллективом. Второй спикер встречи в рамках проекта «Госстарт-диалог» Андрей Чевиксин. Родился и вырос в Тазовском, окончил институт, отслужил в армии. Входил в молодежный совет при главе Тазовского района. В марте представлял Ямал на Всемирном фестивале молодежи. Работает заместителем директора Центра по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера. Вспоминает, будучи школьником, мечтал сменить место жительства, но потом передумал. Вернулся в Тазовский молодым специалистом. Через три дня я уже устроился на свою первую должность. Я был юристом в строительном предприятии в Тазовском, КМУ ССМП. Я там отработал буквально 3 месяца, но начал тогда вникать, что такое работа юристом в учреждении, да, и начинать уже применять весь спектр знаний и навыков, которые я приобрел именно у себя в институте. Встречи в рамках проекта «Госстарт-диалог» в Тазовском будут проходить в течение всего учебного года. В планах еще 4 полезных знакомства с представителями органов местного самоуправления. Возможно, для кого-то из школьников такое общение станет решающим и поможет определиться с будущей профессией. А прямо сейчас краткий обзор других важных событий уходящей недели. На Ямале появится новый праздник. На заседании правительства губернатор Дмитрий Артюхов поддержал инициативу депутатов об учреждении Дня многодетной семьи. Помимо этого, участники встречи обсудили вопрос развития территории храмового комплекса в Салехарде и мероприятия «Года героев», который пройдет на Ямале в 2025-м. В рамках тематического года в округе будут чествовать защитников Родины, первопроходцев Севера и жителей, которые вносят существенный вклад в развитие региона. Сейчас формируется план мероприятий на весь следующий год. В регионе началось обучение в рамках проекта «Медвежий патруль». Первые лекции и практические занятия прошли в Ярселе. Правилам поведения при встрече с белым медведем обучали тундровиков, представителей сельхозпредприятий и органов местного самоуправления. Необходимость проекта «Медвежий патруль» связана с расширением территории нефтегазодобычи на север. Это повышает вероятность встречи с краснокнижным хищником. Проект в этом году затронет 2 муниципалитета, где ранее фиксировались встречи белого медведя и человека. Помимо Ямальского, это Тазовский район. В начале этой недели на улицах районного центра высадили очередную крупную партию саженцев. Так, площадь Славы теперь украшает ели и кедровый стланник. Участие в высадке деревьев принял глава района Виктор Югай. Всего только в сентябре на улицах райцентра появились 580 деревьев хвойных и лиственных пород. Помимо этого, тазовские в этом сезоне украсили около 2500 кустарников. В колледже «Муравленко» установили обучающее оборудование. С его помощью наглядно воспроизведены процессы добычи и подготовки нефти, поддержания пластового давления. Учебный комплекс аналогичен тому, что используется на производственных объектах. Это станция управления, автоматизированная групповая замерная установка, фонтанная арматура и насосы. Оно обеспечит высокий уровень подготовки студентов, обучающихся по специальности, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.
Полярной звезде состоялось награждение одаренных школьников, которые по итогам прошлого учебного года стали обладателями премии главы Тазовского района. В церемонии принял участие Виктор Югай. Он вручил награды 13 ученикам. Еще 5 старшеклассников получили образовательные сертификаты, 9 человек – паспорта. 3 педагога стали лауреатами в номинации «События года» и «Лучший педагог-наставник». В рамках встречи Виктор Югай также вручил медали от губернатора за гражданскую инициативу и за содействие специальной военной операции Асафу Кульмалиеву. В Тазовском начал работу Центр раннего развития. Теперь каждую субботу в детском саду «Олененок» педагоги в течение 2 часов занимаются с малышами в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, которые пока дошкольные учреждения не посещают. Центр работает с начала сентября. Здесь с малышами занимаются логопеды, психологи, педагоги дополнительного образования, воспитатели и инструкторы по физической культуре. С начала сентября таких занятий в «Олененке» прошло 4. Их посетили около 20 семей. Перенимать опыт и учиться у лучших. В Тазовском состоялась необычная тренировка по смешанным боевым искусствам для взрослых и детей. Мастер-класс провел участник специальной военной операции. Северяне повторили базовые приемы, поработали над ударной техникой и прокачали выносливость. На тренировке побывала наша съемочная группа. Участник специальной военной операции Виталий Лапсуй свой отпуск проводит активно. Например, сейчас он в центре татами. Указаниям тренера не следует, а вместе с ним проводит занятия по смешанным единоборствам. 7 лет назад северянин впервые открыл для себя этот вид спорта. С тех пор побывал на соревнованиях во многих крупных городах России. В Москве, Тюмени, Екатеринбурге. В Санкт-Петербурге получил синий пояс по джиу-джитсу. Тренировка сегодня шикарная. Давно не был в такой атмосфере. Соскучился прям по такой атмосфере, прям дружеской, спортивной, прям ностальгия очень шикарная. Скажу про старшее поколение, как бы старшее уже, как, грубо говоря, переросло меня в ударке, борьбе, как бы занимается, ничего не скажу, прям ребята ездят на соревнования, прям вообще молодцы. Как младшая группа, грубо говоря, они больше ставят акцент на ММА, как бы там все классно, шикарно, прям отличные ребята прям. В ударной технике не силен, признается герой. А вот все, что касается борьбы лежа или в партере, с применением захватов, бросков, болевых и удушающих приемов – его конек. Исходя из умений Виталия, тренер по ММА Максим Няч выстроил сегодняшнюю тренировку. Подкручиваюсь, забираю рычаг, да? То есть борьба в ММА, да, в грэпплинге, она очень-очень многогранна. То есть я могу как делать на эту руку, я могу делать на эту руку. Он поддерживает свою форму, показывает ребятам то, что он в форме, во-первых, то есть, и то, что у него те навыки, которые он раньше приобрел, то есть, у него остались, то есть физическая активность, то есть физическая и мышечная память у него осталась, то есть, что он ничего не забыл. То есть, и сейчас, на данный момент, то есть, я, может, что-то не показывал, а он сейчас вспомнил. То есть что-то новое показал ребятам вот, нашим, которые занимаются в секции. Поддержать бойца пришли участники Тазовского местного отделения партии «Единая Россия». В завершении тренировки в рамках акции «Спаси жизнь герою» общественники вручают Виталию аптечку. В ней самые необходимые лекарства – противовирусные препараты, обезболивающие таблетки и бинты со жгутами. Я думаю, что он будет полезен Виталию, его сослуживцам. И принесет добро. Это очень важно. Это наша обязанность, я считаю, поддерживать наших ребят. И то, что мы отправляем, это, наверное, ну, то малое, что мы можем сделать для них. В течение 2 часов дети и взрослые оттачивали навыки боевых искусств. Всего секцию по ММА в Тазовском посещают порядка 30 северян разного возраста. Сейчас все они готовятся к состязаниям по рукопашному бою, которые уже на этой неделе состоятся в Надыме. Первые масштабные соревнования по смешанным единоборствам пройдут в январе в Карачаево. Накануне в России отметили День учителя. Это одна из самых почетных и уважаемых профессий. Ежегодно педагогов чествуют на самых высоких уровнях. Так, на Ямале за большой вклад в воспитание детей и молодежи награды получили 48 человек. Среди них 31 классный руководитель, 13 советников по воспитанию, 4 куратора студенческих групп. В Тазовском основные торжества по случаю праздника состоялись в Полярной звезде. Почетные грамоты и благодарности получили порядка 40 педагогов. Репортаж с праздника выйдет уже завтра в выпуске новостей, а герой нашего следующего сюжета – преподаватели новых для тазовских школьников предметов турецкого и китайского языков.
О сложностях перевода и возможностях, которые открывают знания, моя коллега Екатерина Фомичева. Ну что ж, добрый день всем. Сегодня у нас очередное занятие внеурочной деятельности по китайскому языку. И мы продолжим заниматься там, где мы остановились. Если на некоторые предметы школьники идут с неохотой, то сюда точно пришли по собственному желанию. Это урок китайского языка, одно из факультативных направлений в системе образования с нового учебного года. Педагог Евгений Панчук. Большую часть рабочего времени преподает английский, который входит в обязательную программу. На языке страны восходящего солнца общается с учениками только по субботам. Вообще китайский для меня очень интересный язык. Очень сложный, мне кажется. И вообще мне очень интересна китайская культура. Вообще хотелось бы побывать в Китае. С педагогом очень комфортно работать. Он вообще супер объясняет, очень хорошо объясняет, что сразу же воспринимаешь информацию. И, я надеюсь, что этот педагог нас приведет к тому, что мы уже научимся более-менее, изучим китайский язык. Преподаватель иностранных языков приехал в Тазовский по программе «Земский учитель». Перед тем, как открыть для себя мир арктический, год прожил в Америке, после этого еще несколько лет в Китае. Отмечает, новое место работы нашло его самостоятельно, привлекла стабильность и вектор развития системы образования. Я понял, что Америка сейчас уже не развивается теми темпами, которыми она развивалась раньше, и что Китай сейчас более перспективное направление, чем Америка. Я не знал, чего ожидать, я ехал без ожиданий. Поэтому впечатлений у меня не было никаких. Я просто смотрел и, не то чтобы удивлялся, а просто осваивался. Небольшой поселок, все в шаговой доступности. Магазины есть, инфраструктура есть. Все замечательно, жить можно. В таких климатических условиях я еще не жил. То, что будет зимой, это будет интересный опыт. В среднем у одной параллели за один учебный год будет чуть больше 20 занятий по китайскому языку. До совершенства будет далековато, отмечает педагог, но за это время можно изучить фонетические особенности речи, таблицу с латинизацией иероглифов и базовый набор фраз. Китайский язык, он не легче русского. То есть, если кто-то желает хорошо изучить китайский язык, желательно, чтобы он уже сразу говорил на нем и вот еще каждый день занимался, чтобы он его изучил прямо углубленно. О чем это говорит? Что, чтобы тот, кто решит изучить китайский язык, помимо внеурочной деятельности, ему придется заниматься самому, уделять время и заниматься этим языком каждый день. На внеурочной деятельности я смогу объяснить детям, какими можно пользоваться материалами для самостоятельного изучения. И мы будем работать, опять же, с учебником. Но основную работу придется проделывать самим. Merhaba çocuklar. Здравствуйте. Nasılsınız? А если в совершенстве овладеть языком, который изучают на этом факультативе, то потом можно смотреть самые популярные сериалы современности даже без субтитров. Айтекин Аруджова, педагог турецкого, признается, на ее уроки с такой мотивацией как раз и пришли некоторые школьники. Пока в группе порядка 20 детей. Учитель в первую очередь старается привить им любовь к культуре страны. Вместе с ней придет и интерес к языку, уверена она. Восьмые классы немножко стесняются рассказывать, но более интересно 10-е, 11-е, они начинают общаться. И именно хотят, даже когда меня видят в коридоре, они начинают продолжать. Как будто мы не во время урока, вот просто виделись, поздороваться на турецком, чтобы им легче было. Я им сказала, что как вам удобно, так и общайтесь, чтобы так будет легче запоминать слова и фразы, чтобы в будущем общение было легче. Им, конечно, интересно, что именно такие смешные слова, когда объясняю, они больше запоминают такие слова, что, например, бардак, на русском мы понимаем, что когда беспорядок, да,
а на турецком будет «бардак» — это просто бокал. Им эти слова больше интересно изучать. Учитель турецкого и английского языка работает в системе образования 3 года. Факультативный язык изучила практически самостоятельно, для себя. Когда узнала, что будут вводиться новые дополнительные занятия, сдала все экзамены и теперь может сама их принимать. Педагог добавляет, в планах продолжить знакомство с культурами. На очереди испанский. Турецкий язык идет по субботам 1 час, поэтому за год можно просто общительные фразы общаться, изучать. Но это грамматические ошибки будут, конечно. За год 1 раз в неделю – это очень мало для того, чтобы полностью курс изучать. Поэтому я ребятам тоже рекомендую, чтобы дома, если внеурочное время есть, занимайтесь, слушайте музыку, начинайте дословно перевести, так как пишется, так и читаем. Поэтому им это, если отдельно еще дома самим по себе заниматься, это будет легче изучать за год даже полностью программу. В целом, с нового учебного года в образовательных учреждениях работают десятки факультативов – языковые, творческие, научные. Сегодня их посещают абсолютное большинство тазовских школьников. В преддверии Дня учителя они вновь поблагодарят педагогов не только за полученные знания, но и за мотивацию выходить из зоны комфорта и становиться лучше. На вторник уходящей недели пришелся еще один большой праздник. 1 октября в России отметили День пожилого человека. На Ямале сегодня проживает более 50 тысяч пенсионеров. Скучать представителям старшего поколения некогда. Они, к примеру, активно участвуют в проекте «Ямальское долголетие». Он реализуется на территории округа 4-й год. За это время количество участников выросло в 7 раз. Тазовские пенсионеры с удовольствием посещают мероприятия, участвуют в мастер-классах, выступают на сцене. В стороне своего праздника они тоже не остались. В Центре национальных культур отметили его с юношеским задором и отличным настроением. Продолжение темы далее. Все свое время пенсионерка Тамара Пальянова посвящает любимому хобби. Изготавливает ненецкие сумочки, вяжет салфетки, подушки и даже ковры. А сегодня вот открыла для себя новое увлекательное занятие – создание куклы «Северная берегиня». Считается, что она защищает дом от плохого и приносит хозяину благополучие. Тамара Михайловна признается, скучать на заслуженном отдыхе некогда, ведь вокруг столько интересного. Нам здесь весело. Мы уже вспоминаем, что раньше делали, что делали и какие игры раньше в молодости, как говорится, занимались чем. Вот сейчас только мы только пришли, занялись, а и быстро получилось, потому что раньше делали все это. И, знаете, молодость вернулась. Мастер-класс по изготовлению народной куклы – лишь один из почти десятка активностей, подготовленных сегодня для тазовчан серебряного возраста в рамках Дня пожилого человека. Организаторы – специалисты Центра забота, говорят, в таком формате проводят праздник впервые. К участию пригласили не только получателей услуг учреждения, всех желающих. И оказалось, тех, кто считает этот день по праву своим, немало. У них можно поучиться. Их мудрости, их энергичности, целеустремленности, то, что это действительно это такое закаленное поколение, которое дает столько нам информации, дает нам позитива. Мы смотрим на них и представляем, что наша старость будет тоже такой задорной, энергичной, веселой. Поэтому мы им сегодня желаем дальнейшего здоровья, удачи во всем, чтобы их всегда близкие их радовали, чтобы каждый день они просыпались с улыбкой. До начала торжественной программы все желающие могут, например, сплести корзину из ротанга и изготовить мыло своими руками. Это своего рода презентация нового проекта «Центра забота. Мастера вдохновения». В этом году он стал победителем грантового конкурса «Родные города». Рассчитан на получателей услуг разного возраста. Автор, социальный педагог Евгений Волков, говорит, если мыло-варенье дается участникам мастер-классов просто и результат неизменно радует, то изготовление корзин – процесс более сложный, занимает 3 часа, не меньше. Моторика, терпение, интерес, что получится. Получится ли? Я сам пробовал, в первый раз у меня не получилось. Сейчас я научился, и нормально вроде, интересно. Еще один проект заботы – умные игры. Каждая зарядка для мозга. Развивает память, воображение, повышает концентрацию внимания и координацию. А еще это лучший способ избавиться от скуки. Мы начали с сентября месяца. Они, как видите, пользуются большой популярностью, всем нравится. У них даже, они устают даже от обилия игр.
Я думаю, у нас впереди много работы еще с ним. Вообще идея появилась, потому что мы непосредственно работаем с старшим поколением, и мы хотели продлить их активную жизнь, чтобы у них все получалось, они радовались жизни. Это и социализация то же самое. Праздник в честь Дня пожилого человека – это еще и выставка продажи изделий декоративно-прикладного творчества. Здесь есть заботливо связанные бабушкиными руками носки и нарядные сумки из бисера. Из оригинального – картины из ракушек. Их привез из путешествия один из самых активных и позитивных получателей услуг Центра Забота – Алексей Павлович Категаров. В заботе я, наверное, года два уже хожу. Но я как работающий пенсионер. Иногда успеваю, иногда нет. А так бы почаще бы люди ходили бы туда. Как бы отвлекались от такой, как сказать, однодневной жизни. Праздничная программа в честь Дня пожилого человека – это слова благодарности, концертные номера, награждение самых активных представителей старшего поколения. Самые приятные – поздравления от поколения подрастающего. Ученики начальной школы «Орлята России» подготовили открытки своими руками и вместе с родителями сладкое угощение. Также в рамках праздника состоялось чествование супруга Солендера Александр Валентинович и Елена Вердеевна вместе больше 40 лет. В этом году они удостоены медали за любовь и верность. Праздник в честь Дня пожилого человека продолжался в Центре национальных культур около 2 часов, за которые представители старшего поколения Тазовского района в очередной раз доказали, что цифра в паспорте не самое важное. Главное – состояние души. Такими увидели уходящие 7 дней корреспонденты студии «Факт». Пусть ваш понедельник будет легким, а неделя удачной. До встречи!